Прогноз на сентябрь для каждого. Я напоминаю, что сентябрь начинает действовать с 8 числа и продлится до 7 октября включительно. Основная идея или суть сентября в том, что мы можем влиять на то, что происходит у нас в жизни напрямую. И главной темой является тема денег через знания. То есть все то, что вы будете в этом месяце изучать, получать знания, знания о себе, про то, кто вы, что вы можете, чего вы не можете. То есть простраивать новые свои роли какие-то, научаться новым ролям, простраивать самоидентичности. То есть все то, что будет как-то, да, каким-то образом, в каком-то качестве приближать вас же к себе, то есть это через самопознание, самоизучение, все это будет напрямую создавать ваши деньги. И дальше мы уже будем говорить про каждого предметно из вас по году рождения.